Чуть насмерть не задрал. Медведь напал на 58-летнего мужчину в лесах Кудымкарского района и сильно травмировал. Известно, что житель села Верхиньва отправился в лес за чагой, но столкнулся с косолапым. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии в больнице Кудымкара. Подробности сообщает Парма Новости. С собой он взял собаку. В лесу на мужчину напал медведь. Местные жители рассказывают, что зверь якобы сломал их односельчанину руку и чуть не снял скальп. «Комсомольская правда» добавляет, медведь набросился на мужчину, выскочив из берлоги, спасла хозяина овчарка, которая стала лаять на зверя, и тот переключился на нее. Затем собака рванула в лес, увлекая за собой хищника. Раненый смог самостоятельно выйти на дорогу, поймать машину и уехать в больницу. Тем же вечером немецкая овчарка, целая и невредимая, вернулась домой. Специалисты призывают жителей северных территорий края воздержаться сейчас от вылазок в лес. Весной встреча с только что проснувшимся голодным медведем смертельно опасна.